Эфир давайте вахтар, вайнсанар, торалай. Чи дидечел калефиз вайну баттин передача, ва адан автор анклет хузвайзон и самудин Ахмедов я. Кезичабан хирар, хрометлова танерияр. Алай куязурни циквэдлай санкадлай сентябрдис, ина Махачкала шехерда. Расул Хамзатован торуниклай милли ктабханада. Учин еребине Азербайджан дин кцара йомдайтир. Машур шаир, журналист, композитор, общественный деятель. Чехалдин баркалурош лезги ханым. Седакет Керимова дин чалакай баллада торалай ктабдих клаз танишедай гюрюш клефена. Кечна квес хюрмету дустар имяре каттин садлахай пайкалурды. Добрый день, салам алейкум, дорогие друзья. Сегодня мы сюда собрались для презентации новой книги известной лезгинской поэтессы, прозаика, композитора, главного редактора газеты «Самур», издающейся в Баку на трех языках, на лезгинском, азербайджанском и русском, Седагет Керимовой. Книга называется «Баллада о языке». Прежде чем перейти к презентации самой, я хотел бы вам представить вкратце небольшую справку о творчестве виновницы сегодняшнего мероприятия. Седагет Керимова, известная лезгинская поэтесса, прозаик, композитор, главный редактор газеты «Самур». Она родилась в лезгинском селении Горгун Кусарского района Азербайджана. Окончила среднюю школу номер один в городе Кусары. В 1969 году поступила на факультет журналистики Азербайджанского государственного университета и, будучи студенткой, стала внештатным корреспондентом популярной тогда газеты «Молодежь Азербайджана». Она в эти годы пишет интересные очерки на тему морали, о проблемах, брошенных на произвол судьбы детей и стариков. Еще до завершения учебы в университете ей предложили работу штатного корреспондента в газете «Совет Кенди», «Советское село», да, в переводе, ЦК КПСС, ЦК Компартии Азербайджана. Здесь она проработала 17 лет. Позже стала заведующей отделом газеты «Хаят», ныне эта газета называется «Азербайджан», была заместителем главного редактора. С 1997 года Седагет Керимова является главным редактором газеты «Самур», как уже было сказано, издающейся на трех языках. Эта газета проводит огромную просветительскую работу, целью которой является сохранение и изучение истории, языка, культуры, обычаев и традиций лезгинского народа. Перу Седагет Керимовой принадлежит более 7 тысяч статей, очерков, зарисовок, эссе, фельетонов и других произведений журналистики. За заслуги в области журналистики Седагет Керимовой была присуждена премия «Золотой перевод» и премия имени Гасанбека Зардаби, учрежденная Союзом журналистов Азербайджана. Она также является обладательницей премии имени Хуршид Бану Натаван и Месхети Ганджевит независимого правкома профсоюза СМИ Азербайджана. Она является заслуженным работником культуры Азербайджанской республики. Творческая деятельность Керимовой многогранна. Она, как уже было сказано, поэт, прозаик, публицист, драматург, композитор. Автор 16 книг стихов и прозы. Автор более 100 песен, в которых выступает не только как автор, собственно, автор текста, но и музыки. Первые ее книги вышли на азербайджанском языке. Это сборники рассказов и повестей «Немой крик» и «Весенняя ночь». Первый ее сборник стихов «Грустные трели» также на азербайджанском языке. Особая известность Седагет Керимовой принес роман «Блажная». Он стал заметным событием в литературной жизни Азербайджана. Первая книга поэтессы на лезгинском языке «Сыгра и лезгинку» вышла в 1995 году. Она стала провозвестницей новой волны лезгинской литературы, создаваемой в Азербайджане. С той же пламенностью и остротой она продолжила национальную тематику и в следующем сборнике «Вставай, вселенная, лезгинку танцуй». Затем вышли в свет сборник прозы «Холодное солнце», сборник стихов «Еще одна весна», книга «Для детей солнце улыбается». На азербайджанском вышла еще одна книга прозы «На закате».
На этот сборник в азербайджанской прессе появилось 54 рецензии. Книга имела большой успех. Садовет Керимова также является автором энциклопедического издания «Кусар», «Кусарцы». На русском языке изданы книги «Блажная», «Проза» и «За семью горами» стихи. В этом году в Баку издана большая книга «Медвежий дождь» на русском языке, которая составлена из избранных романов, повестей и рассказов писательницы. Презентуемая сегодня книга «Баллада о языке» собраны избранные стихи и поэмы Садовет Керимовой. В ней поэт размышляет над судьбами народа, его языка, истории, о его прошлом, сегодняшнем и завтрашнем дне. Поэт призывает каждого, кто себя считает частью своего народа, сохранить в себе все те духовные богатства, которые народ делает народом. Творчество Садовет Керимовой является духовным золотом для всего нашего народа, за что ей огромное спасибо. И вот, пожалуй, мы сегодня начнем наше выступление и дадим слово доктору филологических наук, профессору Акимову Курбану Халиковичу. Лет 20 тому назад на небосклоне лезгинской поэзии вышла мощная яркая звезда. Это наш ракет. Мы ее узнали как поэтессу, как автора очень интересных стихов, в том числе книги «Лезгинкадон и Лига». Я сразу мог подумать и подумал, что тут речь идет о музыке и о танцах. А как далеко нет. Это стихотворение о глубинных проблемах, о наших глубоких чувствах, о нашем народе, о наших вопросах, которые не решаются годами. Это вот такое стихотворение «Лезгинка и Лига», чтобы люди услышали о нас, о нашем народе. Далее подкупает ее стихи «Чундекэрия» – «Мы орлы». «Чандекэрия лгузва» – «Чундекэрия чандекэрия лгузва» – «Душманли, дустали, коншири». «Ахпачна чундекэрхистик озвыхлеклиз» – «Чайрика паралди». «Вот чундекэрхиз» – «Башнишия» – «Юняда квина унакаузва». Истин, Келзвай даз, Инсан дир, Тербе гузвай. Рикел, Жуан, Бине, Ери, Тарих, Культур, Литератур, Хизвай. Дидеба диз, Хюрметис, Тазвай. Халкари, Араду, Жу, Хид, Хкар, Нешем, Жид, Вердиш, Азвай. Шира, О, Поэма, Яр, Хенва, А, И, Гзел, Иер, Гзах, Бажарагу, Инсан ди. Садакет, Керимоди. Я хочу, чтобы в дальнейшем у нас состоят такие вечера, такие встречи, чтобы мы духовно жили как один народ, как мы сейчас это чувствуем. Я очень благодарен многим здесь вот взрослым нашим людям, коллегам, которые вот так отозвались и так активно пришли в зал. Я очень благодарен бакинским нашим коллегам, которые вот группой приехали, как группа поддержки, как группа охраны Садовет Керимовой. Это сегодня очень интересный символический день. Вот побольше таких хороших встреч в этом и других залах. Спасибо, Садовет Керимовой. Спасибо. И эта газета, она называется «Отчим домом». Вот я хотел бы сейчас дать слово хозяину этого отчего дома, Агарзелу Заировичу Саирову, главному редактору «Лизи газет». Лужда, Келер Таж Лерушия, Таж. Рушнева, Келер Таж Лей Хак Дерушия. Хак Дерушия. Хак Дерушия. Хак Дерушия. Чнахда Хемиша Дамахнева. И Чнахда Челев Хемиша Хедуиде. Бакуда Чи Самур Гезет Ахудат Кадис Камва. Хада. Кадис. Клевкирца Бакуда газета Кудон Рехатини, газета Чичиени. Вишня Сачалова Пучалова Кудон. Пучалова. Это много стоит. Выпустили страницу ее стихов, потому что хотел бы тоже, честно говоря, делать сюрприз ей. К этому празднику, этот день ее тоже праздник, конечно, вот.
и выпустили вот столицу стихов. Эти же газеты я той же самой своей колонке главного редактора, я там пишу, что я хочу, чтобы наши сыновья и дочери все вот прожили свою жизнь, как Садихат Керимова, с поднятой головой. Дай Бог, чтобы, дай Бог ей счастья, долгих лет творческой деятельности, чтобы у нее все получилось еще больше в дальнейшем. Я хочу от коллектива, как она сказала, мы хотим вручить ей маленький подарок и... Асет Мехмана представлять не надо, вы все его знаете. Это аксакал нашей литературы. Ассаламу алейкум, хурматлы тутас. Мухахдия, ватанедия. И Марикат Пакуда Ханата, Азербайджан Чарахадати, Бурба, Хамута Кадатучи. Бурба, Ручка Дрихадзу, а Ручка Хасин Ахабарва за Зиштихадзу. Хермету Туштар. Сазима Яшар Лиханва, Кузьмит Ханва Тушейда, Яшар. Жуат Кадар Акурчика Ярнова, Бад Вахтара Инсанди, Четинжда Викимака Парлхус. Когда четинь, это азбун шадья. Нечу да хиштахат и подкат санкане, юргун лазу хиштахатаса азур сферпен ахтарлаз. Юргуна чипата и пата асун хюр. Винни пата ахчак архизья. Юргун ла винни пата сыцат сумат хюр гала, хабр вирик вачи дади, юргун дал хана хага дади. Са яхтар кулиметр яламада, кцарис, ханрис винни патака. Садакет ханум. Вах забыл дудаш. Масса куда рва ты шея дырил, вах дудаш. Вон зурба ты шея дырил. Вон ахтебур паракура дуда. Жедатуш. Жедатуш. Это жедка, ахитан жедатуш. Аллах тхуря вон. Ахпас халакас. Зазур подарок. Их дуда дырдитки чалат. Шкеш падла дуда, да? И предвижу, да чиз ваш христахата я бакадрая. Салам арла. Мреш камран талаб хуйваз. Мреш камран талаб хабржу. И не спец хуйваз, я не мреш я. Мреш камран талаб хуйваз. Сакап он на ябсе зас. Лапте жех он суаб хуйваз. Халта это вал, а буднага седак это саламарла. Кас ми барец, карака лжу. А дуй удачи. Кас ми барец, галат патав, безет ми шрай, ашкадин тав, гад фархиску и сар харчав, зипак вермет авар валла, седак это саламарла. Хаи эльдис книг назон, Шадвин лаб влих назон, давам раймад Аллах Амон, кмек хурач пиз Аллах, седаката салам Аллах. Хаи эн, анчи даглара, шахнабат вацабина тфейлахти, ан даглара ахан рачуда, мочи хурирани, кюйне, пусти. Документальный фильм. Документальный фильм. Аразу ба фильм, я хама курлахти, ахпай шири кердадзу, ахпубич хами шири кердадзу. Так и куплет текар кызот. Хаи эрдир кинег назон, шадрилат мулик назон, давам раймат Аллах авон, кмек хурач биз Аллах, седаката салмарла. Зенгин вай кхар паталди, хаи халдин туар паталди, авазралла зар паталди, чон нирка элзиз вай кахка,
Садақата Саламарға. Имзадыз бұлдаш мұшыдат адасын ақатты кітап дұрлатсы. Дорогие гости, которые приехали, поздравляем с таким хорошим днем, можно сказать, праздником. Такие встречи должны быть почаще, чтобы хотя бы мы на этих встречах видели друг друга. Как говорят лезгины, цигель жазла такурва. Седекет я называю сестрой. Я очень ее люблю, ее творчество люблю, и то, чем она занимается, мне по душе. С ней меня познакомил Музафер Меликмамедов, кажется, в 92-м где-то году. Я выпускал журнал «Лезгистан», и как-то мы поехали в Баку, и там он говорит: «Давай я тебя познакомлю с хорошей поэтессой нашей». Вот, и мы познакомились, она так мило разговаривала, такие проблемы, чем я занимаюсь. Сразу она мне понравилась, она мне книги подарила. Я говорю: а на лезгинском что нету? Фезденстха говорит: я пока не пишу на лезгинском. Я говорю: ты так хорошо говоришь на лезгинском, давай немедленно пиши, как ты говоришь, так и пиши. Вот, и она написала, я говорю: обязательно мне пришлешь. Прислала стихи, по-моему, в 5-6 номере. И вышла вот впервые. Я горд, что я как-то немножко, вот мой журнал тоже к этому как бы причастен. Я прочту вот одно стихотворение, ну, о нашей общей как бы деятельности, да? «Обнимите меня, горы, здравствуй, море и река, и вы, милые просторы, как открытая рука. Стеной сомкнулись горы, не разделят их века, а моей земли просторы огибает моя строка. Земли леков так богаты, море, горы, много рек, здесь восходы и закаты зажигает человек. Благословение дайте, горы, дай мне сил, Алпан река. Уходи из сердца горе, не дели нас, прочь тоска. Надвое ты делаешь сердце, сердце лека, мать река, чтоб собрать народ наш вместе, бей в набат, моя строка». Спасибо. Сегодня сюда приехал из Баку коллега Седакет Керимов. Тут сказать коллега, это очень, ничего не сказать. Потому что это соратник Седакет Керимовой, редактор газеты «Самур», редактор всех книг на лезгинском языке, вот, изданных Седакет Керимовой, известный поэт, публицист, очень дорогой для нас человек Музафар Меликмамедов. Салам алейкум, миграми дустар. Sedaqat xanım deyinsə şeir vardı, heç deyiniz giyər üçün. Meclisiz kilik damaz rikəl, ha, çarx gözü, heç deyiniz giyər üçün. Heç deyiniz giyər üçün. Çay qala şiirin, şairdiz, çünə qısadiz kapar az vaş. Çünə qısadiz sağ alınız vaş. Şairdin meclis qur qana qanzı. Sedaqat Kerimova deyin, qızaf kitabı redaktor zon yaz, zada yaratmışsınız. İmət Qudaş Uçadan kitab rəqanı və Sədaqət Kerim Vatikarca Puç Alakşan və Sədaqət kitabı var. İ Sədaqət Qafuni Azərbaycan Cəlal Sinan Mövadi Vəfalı var. Yəni Sədaqət Vəfalı var Allah acəli. Sədaqət biçin qaldız, biçin vatandız, biçin ciliz, biçin yaratmışsınız qızaq vəfalı sə insanı. Sədaqət yixti kəsədə lohun batal ancaq səqavlıcı. Sədaqət 8 milyon lezgi qısarıq qala dişəli. 8 milyon.
Лучше заявлено. За очокну, за схожкода очокну вас, чина бакудан мэрика дар тхунма за фейзу зит стадин юбле данна хаде. Лезги шарди мэрика тя урус чалара хада. Агет зун Азербайджан чалара хан цуин хаур да кадаш. Яшт ка лезги шарди герат мчурка лезги дадара хан керек сова. Са цей гав чал чиржан керек сова. Чина самур газета кудыс кадиси. Самур газет бакуда акудин. Хикте чати балахеда гафар адул уждач. Ama sen mesele zalığı da. Sedagat Kerim vardı. Eğer an gazet katır da bakar zonla baş. Bu saat Azerbaycan'da sedagat alakayla an gazet akul cedak adla akas avaş. Ahina Zulika rahmetli Hazreti Haydar Amas'a gafı gözü. Adresi gazette Ruhayar gafını seyikti. Tarif Ganay Ruhayar mümkün yoluz lezgiri Ruhayar izni gadariş sanal Ruhayar'la hadi. Yemay gafı Ruh, kalkanı Ruhayar gafı kaydı. Ha böyle Sedagat Kerim var. Akdinsa Taj, ino bez skarluzu tajri. Sedagat Kerimova taj duş. Sedagat Kerimova viç kilek eliselizgi halkıya. Adan yaratmışın rahamluzu. Sedagat Kerimova de sadla sefer Azerbaycan'da lezgi muzika, lezgi muzika yani halk diye muzika, iyi kilek açal akaldarına. Ha orada var. Muleli luza manyar abru çi muleli luza çi buru kafar amaş çizmaş muleli de kafar uşu muleli kafını mana uşu çizir. Sedagat'ı bölgülük açal akaldarına. Sedagat etsifte yazma kuda lezgi ka tanisti makamdi mektep yaratmış ne? Künefi pavamaya, özü kuruz, ayalırız, cehiliriz, put grup baba. Harsiz har grup kata put viş, ut viş kastı lezgi ka kolu çiriz o. Hizat Azerbaycan de lezgi kurara yapadı mı söz, viri de çıkalıysa lezgi ka kolu erzak kahanara kada. İmpara çakı kolakı, çünün fikri iyi insan hik kolaksa da. Adı bir şey yaratmışlar, bir şey muzikaya. Opera, balet, teatr Baku'da, bir tane çakı daramatar kalsa diye. A tabkana da, a zurnu ve dışkas hatsa diye. Künç Allah kuk, açık Allah kuluk, ara ara hani kalır insana, açıklarla boğazına konser satan o. Bu para çakı kola karıştık ya. Suar ansamblı da Azerbaycan'da kaldı kollektif doğar kaçın o. Bütün Azerbaycan, Türkiye'de suar ansamblıydı. Azerbaycan pataka kalurnu, çıkışını, nömreye kalurnu. Yalnız dostlarınızı ki, insan diz var, kola harsat duş, et duş, gidip biri batar ka kola hizu. Yani çazlar kafara hazu abru para var. Sedagatam bayezde çazmışız para kal. Sedagatam bayezde haldi talava. Kazun kazun bakuda. Zun bakuda saat vadan zunay zakatnu. Saat din, irda zun samur din mükel, açoknu gazeldi gene. Öz yaşlı dişeyler ne var, cehler ne var, viril lezgi dişeyler, çakı çakı bağlama yar konu, kalı çürüz, az ya çürüz. Akhirsa da zuz yavak büyü ittim yine var, biz ittim duşlar. Azu ittim lanı beherim duhure, tansar çiz ve malimi. Bakta var ya onu lanza, ittim tansar çiz ve malimi, bun nino. Sedakatan faizat ihtid alara bakaldi. Ya da viril aksan şair açaz, viril aksan pisatil açaz, viril aksan müzikant açaz. Az tarif oluruz ki şey zor. Tarif olmanın şu an kadar rüyük budur. Çok kaç kurat savun, sekiz rüyük katıra. Ucuz tarif vardı içine. Tarif oluyorsun ya. Biz şair de çalıştık. Rüyük budur gerek zor. Sağra için, Sağra Sedagat Hanım Muz Gelesi kaldı. Şair var. Zayi Allah. Allah var. Kümen Kuray. Слово имеет заслуженный деятель искусств, композитор Магомед Гусейнов. Прошу вас, Магомед Хасанович. Салам алейкум, миграми достар. Хелбетте, сте за садекат вах за закур вахтына и муса цилат кадисы на великий за чизм. Ах, бакур вахтына за фикир навай, садекат вах гзав гюрчек дише ерде. Гюрчек, гюрчек, гюрчек дише ердизмише, гюрчек дише ердиз чиз рэхат жада, вичи рэх жоғурум бадака. Gürçe fikrini yaratmadı za in gürçe gidiş ettiğiniz hakkı bacarak ne var aldı. Ahba za gelir vaktine adan şiirar, adan proza, adan manier, manier kadar za bakıp madra kadar za va za dostlar disiplinle imi hiç uzaydı ama высшей степени ideal. Внешне сочетается внутренним интеллектом, внутренним талантом. Действительно, ими тек бир жазылайды и санарыз. Хамбар касадия че Сидагат вах. Известная аварская поэтесса, подруга Сидагат Керимовой, Бахуми Сиду Расулова. Просто имеет.
Здравствуйте, ассалам алейкум. Сегодня для меня праздник. Я очень рада вместе с вами отмечать этот прекрасный день, это прекрасное мероприятие. Я познакомилась с Седагет Керимовой в прошлом году в сентябре месяце, когда поехала в Баку издавать книги на английском, азербайджанском, арабском, русском языках. Для меня Седагет стала сестрой. В Баку она может все. У меня такое ощущение. Она за час меня и с Седаханом, и с издателем познакомила. И уже контракт мы составили. Я все успела. И она отредактировала мои рассказы, которые вошли в книгу английско-азербайджанском языке. И не только это. Я не успела приехать. Прошло несколько дней. Седагет Керимова написала мне письмо по интернету, что ей понравились мои стихи, и она перевела их на лезгинский язык. Я этому очень обрадовалась, потому что человек, такой талантливый человек, как Седагет, как поэтесса, как прозаик, как журналист, как всесторонний, она и редактор, она и организатор. Если ей мои стихи понравились, я же не просила даже переводить. Я этому очень обрадовалась и очень ей за это большой поклон. Эти стихи вошли, вот там есть на этом, на витрине, арабско-русский перекресток, там и на лезгинском языке вкладыш стихов. О Седагет Керимовой здесь очень много сказали. Что я хочу, что меня больше всего удивило в ее характере. Мы знаем, что она в Азербайджане знаменитый человек и здесь. Но, может, мне здесь не сказали, что она и в Турции знаменитый человек. Оказывается, в Турции объявили конкурс, музыкальный, танцевальный конкурс. Там, оказывается, тюркоязычные только. А Седагет, я за что еще раз говорю, человек, если не любит свой народ, свой язык, себя, если потеряет, он потерянный человек. Какой бы он ни был талантливый. А Седагет принципиально сказала, это на лезгинской музыка будет звучать, не будет как тюркоязычная. Я только немножко прочту, чтобы здесь еще звучала аварская поэзия. Тут главное, что на свете человека на свете держит любовь, но человечество. Вот таком, это главное понятие этого стиха. Киса дирик и клебач арабч алэн, чаго кич азекун иц абьян риски. Килали барку и айб цингуриш, унон хутон буге верну циркалта. Рок и ритука филяли бурак. Уаб хилик хиляк, кухундай буге. Хирак хун агар хун дунял буцурак, айш худул синдал сорундай буге. Хабрак халдарок и бугин божула, айб хавиляру божула резда. Фияли йокула, тунгирак халда, рок хулул кайлда, шона диги бак. Я хочу подарить Седагет Керимовой книгу известного сербского поэта в переводе на русский язык. Его перевел тоже Валерий Латынин, как и меня. Когда у меня книга «Канатоходка» в Москве вышла, он приехал из Сербии. И мне одну книгу Латынин перевел, переводчик, а он дополнительно. У него тоже такая же безграничная доброта. Он говорит стихи молитва, дай Аллах, он просит Господа Всевышнего, такую мне доброту, чтобы победить ту зло. Если человек не делает зло, чтобы я мог отвечать ему добром. Всех благ, дальнейших огромных успехов тебе, Седагет. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Слово имеет президент общества дружбы Азербайджан и Дагестан Абдулгафар Исакович Ахмедов. Дорогая Садакат, я очень сожалею с вами так близко не познакомиться, но я о вас много слышал и знаю о вашем творчестве, о ваших патриотических чувствах, высоких.
глубоких, о ваших душевных переживаниях, о наших народах, я так скажу, и о вашем большом вкладе в поэзию, прозу, о котором сегодня тут говорили и будут говорить. Она создала газету «Трехязычный Самур». Это единственная газета, которая описывает политические, экономические, культурные проблемы наших народов. И очень интересная и красивая газета. Спасибо вам за то, что вы пришли почитать вот талант Садыкат Керимовой. У вас и ке амура кре, Садыкат Керимовой. У вас хушпахты жена кремы. Вы говорите, хэм еще рыхлев рак. Слово имеет известный лезгинский поэт, журналист, публицист, заслуженный работник культуры Российской Федерации Мирдали Джарибов. Некес вар Баришнова, неинки Садизгирис, неинки Махачкаладзис, Санла Даустандзис, Седакет и под Апатуш, Седакет Садив, Дали, Амиша, Океане Амиша, Сараеву. И Рита Амиртебада, Садла Хаджиферпе, Азурла Хаджиферпе, Азурла Хаджиферпе, Азурла Хаджиферпе, Азурла Хаджиферпе, Бакут кулал, сатарала, сатарала эмбер гудай. Лезги кадо, элик лохус, лезгистан дез, эмбер гудай. Адалай гюжинез, заса, эткут газет хана, седакет ваха, чи газет тахика, иштарах звата, калур звай. Ина, и самур газет, не, юбилей дэх, галат, Аллах калуяса, Сашмудным рамо и как кильбур вахши. И барбери, седякет вах алаз, адах галат овунвай сюбетар, хада час ганвай, вичин тарсар, а бурлак камалу, лак дерин тарсари, арайли. Жай и савбак хатинал, хэлбарисна. Арай, хэрметтэзо. Стихи Садыкат Керимовой давно изучаются в школах, учебных заведениях, вошли в хрестоматию, учебники по литературе, по лезгинской литературе. И сегодня здесь присутствуют ученики 308-й гимназии города Махачкалы со своим руководителем, замечательным педагогом Алима Магомедовной. И сейчас мы дадим им слово. Представьте, пожалуйста, их тоже. Садыкат Керимова дина шиирати каласу кутхани сурлайсус. Адализгин кадар илига уда ктаб акатала танишкайдия чупсулукес кючалахтия хза хама элуктиахталди за сахарданач кючумсу кюсеймехта кюгашарахда кюктаб дизас дидев барих каласни чал сначала говорил, кинул слово ушла, да бьяси хайфхи, бьяси дебари, а сады сяли скичалан тарсарка уда бурпасузи потов, а вахтунца к вот он учил да шир да сакурикти отрывок элсова хабор хаборни чалахты жезло чал берег авадия чаламашта вот она мач головашта вот она мач Ватан диге, ватан ол я. А вот чамаш хаита чах, чи не злал я. Эй, лиски яр, кевихых ол, кевихых чал, ватан ол я, ватан чал я. Кызя ялари, час кой хамлик, бе ламатадия, кю козвади. А ялари, чпи гажи давол, шиер арчирнула, хабари сяхта келда. Има, вот
пригласи ученица Заманова Мариан. А вот оху пихтин чешне, тебятин к турбине, шмуд ранге, шмуд хне, тамар калин, камар дихне, хаяй архиз, крылк озмине, сферикай алас бешме, вовгай вуч насит палас, дамах навай сасит палас. Хадулаева Раиса, будла класси ученица. Чур тебе хурал, виш арзурцик, аподницик, иподницик, ник эдинцик, чигединцик, гинединцик, хинединцик, цаядинцик, хаядинцик, элеч тандалчик анаджик, бахтаварья, иригнимик, мудинскер, акурла ик, иер велив, ацузварик, Вирисанал, ханапатал, ловгумпатал, вилицава, килик, килик, зурзазарик, зиценерик, луварко, зумцава, ава, ава, вучксая, во ик, хидай, частям гудай, кувот гудай, сугум хава. Паламирзоев, Заур, худла класси ученик. Алазва. Несилач обхахала аялхис, и физ юкозра, хасва зура хасва, хаичала харкафуник филхис, шримак ах язва. Блахрихе шуршур сатич ала, хар и лифтал сарика цай ван ала, инжи архис сахтартик акала, бахахтар чахизва час чахизва. Ярхирушхис хар Харкафуньес ирит нау, харнавиньес ирит бере, ирит чау. Ам хуцари, ама анатьес гамма чау. Хуцари чау, а лосва час, а лосва. Молодцы, спасибо. Здесь присутствует Мехман Саруханов, который знает многие стихи наизусть. Мы просим его к трибуне. За кафетам для безопасных репертуар человека баллады, за парагафарную ждату за Чешарь Деш, за Луда Гафарви, за Рид Гафаруда, Кельзвада, Зук Эзвада, Кельзвада, Викрам Звада, поездите, Шахир, Шахир. Человека баллада, сам нахазал человека баллады, в отчаре, Сочи. Сада зряк от она, яганах ты влагана. Вуч аля чахавади, джавабча за жванди. Ванерекут азвай, ванерекут азвай. Цаяреку цайгалай, хаяреку кайгалай. Хыдыс килик узарай, акудзова калгарай. Гафю калай карзва, рахайля тут тарзва. Адаса ахчугуна, мальди баянхуна. Авай вилей ихтинч ау чун жен герек вирилау. Ахтинч алара ваки рахизм хизячни. Вана тайла рамжада, ванта тайла гамжада. Потом чалар вене каз секин хана шламат каз. Гах хрез гах чагана шумуч алау рахана. Сада хани чунюхтеш, субут изля лахташ. Зигафаре вири хах, бехем тирыш алава чах. Ястхаза дюзлу хон, ревизу озазрикивай. Ихтин зурак чалачун, изу киракивай. Рахана амдатана, затни фахом тауна. Чизвай дихиздехнеяр, позвай чалах рехнеяр. Ин яхсузан дикевай, гаф ахшичи рикивай. Чанда лезгисай аваз итла ана заадаз. Зи чалакай аваз кад рахам римад вункиса. Вирехун резерикей лгана хрин сакса. Алудус хуб чатин кан чехре сапабуай. Залам жишер залам пар ялдал дел каканвай. Аллах на вас иклин хрис адан чара атанвай. Дюня билен фавор дез гузав сулима кунвай. Текса кардал шаттин ам бахту дефис кацихай. Алим ханвай
дидетин на резок шарх сикай. Жедай фатва шахердис паяло козчахидис. Ятани мадвелети хайгу дешир дидедис. Иш Аллах ти саламни рапуда чирьяр гарай. Хачускан вайдишайли чанда хатнан лол гарай. Ял ястхалес гингадал илига. И вакантин халамахтис килига. Далдан дили зурледин вана тайла, адан авази дамара хатайла. Чир зурзада зипачари зверпеда, шаджи дозун зивлери зверпеда. Ял ястхалес гингадал илига. Ви яловдих курзун алуга. Эл курзун, кэл курзун галуда. Очи дардар зиркалай алуда. Хаджалатар параханов зичанда, гарим язум жван хайватанда. Лезгистха лезгин гадал илига, шунги епаз алат на тахилига. И вич пушбуч это рикел алаш парадам, кахал ксарба сухан вачарадам. Я лезгинга шеха цвага арая, вичин сахит чизмачир бурпарая. Я лезгинга чевкирар зорзурай, чирикерин живер муркар цурурай. Хурари вакуана вайбур чагура, чанда да им кичавай буризура. Утба такая вилька на Валезгияр, ушиси он усолка на Валезгияр. Сатора Валезгинка да саматам, индюня да вашихтин чахэгам. Руфуна футам дал бекералачи, игрегаре гюрчанда да катамачи. Хэлеки чал губарин кола мазма, хэлеки чал дедин чал губмазма. Лезги вилим манч баселишан амата, ярад жижиру харих ярад фунар кумата. Тахайта чахчахи ванар галукта, Чунчи чилем чили очис амухта. Чулов бахтар несиджада и фера, хамиша лифта тиле шум кевера. Амухта чун сири бархис пачарик, чан аламас амкатта чун нухарик. Як чан стха, лезги гадали лига. Акая вилла кот патах килига, кеса зурба парва чида луда, ксана учун шахарай ауда. Чили кейча чун бужета, химета, элгуре чун лезги кейждета. Раз инсанлар өзгөрүш мадамдарга. Шахдарды кушсал аламашса. Нур хана зивилис пат хана логос, самур да я тамаш марфа марсала. Зита звайлик и сихейда чана, душманар садхана, жван бурчара. Кахалар тимилля усал бурбара, сама сахава я дюня дин хава. Аллахна акахна аракара латна, калкачус ахти из рикин галатна. Какой на жванке видал зонкат на тахаты джинеди и дандара. Я хсел да здесь хадай кавчир тахай, я душ тахай, я душ тини сир дагай. Чарады жез я хаиди я тахай, земелетим таймаха кучаналла. Усуали вели виждан диздал тагана, табра хаза укус не рыбы тахана. А ол келе, хин гарар ютхана, чурурекин маймаха кучаналла. Шкрип тихи звичи ему позднексила, гарнаки на капотам на шексила. Чахит хаси зо инкар дис эксила, чалах ты жарим маха кучанам. Им буш каря михири ке, лухус ты жар звал же дыхи. Жень джигурта хапни на кай, ве кисмет да дал же дыхи. Им буш каря твар хаидам, имид диван фал же дыхи. Кал акудис кис хаидам, цехре камни кал же дыхи. Им бушкаре зи ашхапа, зи бахчкай сал жедыхи. За ксамал аур сада, за списвал искан жедыхи. Цаита не бзил диндар, аур та не виш ксанкар. Алла лоз лезги диндар, мэрли так сэр сал жедыхи. Сейчас предоставляем слово известному поэту, уроженцу родины, Сулеймана Стальского, Саджидину Саидхасанову. Он сегодня специально приехал на это мероприятие. Ассаламу алейкум, вирмет усхая, вирмет ухай. Стол с Лемоном, район ди, интеллигенти ди пата, ярек мисва схари пата, реки сит кда соломару хуртул снеге, вах, кэс, кэк обок у наркуй, кэк обок у ночен на бах сего. И нам гзёв рахада бану, Зур хадач, заанчак, и чадр хурба. Женкини нюри, хкальцовай инстандин, пайдахтин, агорновай баруда,
харкилавай, патигарун тур фондин, тихдагдивай афажида хурда, илхам динур, гузвай гузги, сидагет, а их инса, дахилизги, сидагет. Мадни гузав, кричи до тарифар, лап якетир, тварар гунис, хаси ам, сакунивай, истижер заифар, курхудичир, рим хуравай каси ам, илхам динур, гузвай гузги, сидагет, медаим да, стахилизги, сидагет. Зирикалай, задрикалай, ширин вах, апул дизни, делин вах, сидагетас, багишас, зистол слема, там безу. Секалах ина, заткан Валханач, эгер алат лизги, когда лигни засгал, че вах ты хули да сидагет. Слово предоставляем замечательному человеку, педагогу, литературоведу, большому другу писателя Исламеддину Гусейнову. Самый смелый человек, из которых я в зале сейчас сидит, это Гарза Саидов. Она сказала, самая талантливая лезгинская женщина. Я это повторяю, но первый не я сказал, я боюсь. Первый это не я сказал. Как Рахимат Гаджиева в поэзии, как Алла Джалилова в балете, так она в поэзии занимает первое место. Берегите таких людей. Она уже все, она береженая. До нее никто ни в каком смысле не дойдет, а вот Велик Победов надо беречь. Я сейчас мечтаю, как кричу, хабан ставлю. Азербайджан, ама учувал кришти санарам укой, ама чиланам укой, дюня ама учувал. Загамиш музыке, зашиму музыке, ну как там. Хамакуд и садах зурзан был у вас. Ваше же мир. Хамакуд харьков. Чувствую вам. Сотруднику Лизги газет Мусе Ахмедову. Прошу меня. Кю чалары Лезги рюхаво, кючалар парай бикех чалария, ихни смел дыхаз, рахазва чалария. Анжах кюпата чалаз, ихни харих валху, ида делил хамеки, кючалар кю рюх дых глаз хазва бари. Чипатан гзафово, чпи чалар хлаз хантизва шаирар, хак дика рахаз чип хаксуз бор, ахба Чпи вакаита, или вабр заксигафар, или захват, или вабр ампатау, алтадис, чпи сакулодих, стханим кваз масах худабур, шалхак тибур нахал созипата, анжах кюйк тибур, абхуй хабру шишнекура. Зах илди кхез, талук нуахти са шиире вач, ха ихти валахар кваз закхен васа ихти тереза лугда са шиире ву. Хаак патал рахар, ялаулуми цеер, Сад садах гидик, аурта гер, шалбуз да дила лап кудвар сефер эл курдай гонзун джуржида. Амма хак патал гузавайри гер, эцига уна терез дин хилер, ал сумай таса пенци виде гер, пенци кал агуржида. Зайкей мут кто зукезаз, зик чалар ка кэл пэмир, а пенци хвила чуйся дэвири бэхсинэв. Амма виниза худны, чири гер инсан агур пан патаха. Зава Вікех ти хазлу хужизи. Хуба пата зачі да едік, а терез не хлеб цік на пайрік сар, садяхет дейм відбюдні в зефір магімі. Хіз чух сагул, хіз яке агал уна кура. Зіал хіш кілі хамай хіз. Кі кня худзва газет, анжах тіксе діде чалала худза його кура хіз. Сара лік бюрі. Слово предоставляем Алиеву Кудрату, изготовитель календаря, лезгинский поэт и писатель. Салам алейкум всем. Я впервые нахожусь на таком мероприятии. Очень бы хотел бы, конечно, это все произносить на своем родном лезгинском языке.
мы это обсуждали с Исамудином Ахмедовым. Вот я создал вот такой вот календарь, чисто вот своими силами, ну, конечно, с помощью, в первую очередь, по рекомендации Исамудина Ахмедова, я обратился в Лезгинскую газету, редакцию, это в первую очередь, Агали Засаидову, большое всем, не буду называть каждого поименно, но, конечно, Мерда Алиджанилов тоже написал про меня маленькую статью, это я не могу не сказать, большое ему спасибо, вот, и то, что я вот это делаю, создаю своими силами, вот, с помощью моей дочери, конечно, вот. Вот такой вот календарь, немножко пролистать, не пролистать нельзя. Я хочу это вручить календарь Сидаги Саидовой. Пока это можно после передачи решим. Я хотел бы, чтобы моя дочка, она говорит, почему, говорит, папа, ты не сказал, что сегодня мы идем с тобой на эту встречу Сидаги Саидовой. Она хочет сама лично вручить календарь. Ну, с ее помощью тоже вот мы это делали. Всем спасибо. Спасибо. Анжон Курбанов, известный журналист, политолог. Лезгинска, лезгинка дал лига. Чунги кавата лига. Окей, то есть их тень и гафар на самом деле пора залам, пора куат куай, пора кметова гафаря. Зачем Седакет ханом, а мачи Лезгинстан деса столпия? Харчи низ, чи столпаровая, а мачи Лезгин культура дене, Лезгин хал дене, джемеат дене столпия. Чина, шачна ани столп хын, чага жедаевал. Дестек, дестек, столп, Лезгин, русский, дестек. Акеле и гафарец, хоть вкус не са комплиментарность не ваш, а на самом деле как язния, никаких комплиментов здесь нет. На самом деле я это громогласно могу заявить, что Седакет Керимов это столб лезгинской культуры, литературы. Выдающийся поэт Ибрагим Гусейнов. Давайте дадим ему слово. Лечим имень. Классик, основатель лезгинской поэзии, писал на многих языках. Даже в некоторых книгах есть его вещи, как бы с азербайджанского. Я прочту одно восьмистище на лезгинском языке, где человек обвиняет лягушку, что лягушка хвалит свое болото. Хихтинчилер, а вода один дюжен день, а маида тарифного улен день. Вахуз язух хиб айбдай сер керхо, а вони воз кадир жуан сер ден день. Зи сер ден уж сер ден не налхана, сахали ам ракурта айхана, и дюньяда ава хихтин сер денар. А махивун хакиб хуани тахана. Максим Алимов, наш поэт, журналист. Ты и цветок, Садагет, и сад, и солнце, и море, и даже океан. Все, больше нету. Я пришел подарить тебе, как гости, в Ормалах все равно, хоть из другого селения, тут тоже гости. Книга «Двухтомник» издали мы, Тагира Хлюбского. Я решил тебе ее подарить. Добрый вечер, дорогие наши
Цвет нации. Вот здесь собрался именно цвет нации. Огромное вам спасибо, низкий поклон, что столько времени уделили мне. Это для меня большая честь. Спасибо Арбену, что организовал эту встречу, презентацию. Я только прилетела из Германии, и мне в редакции говорят, что послезавтра у тебя презентация вот в таком солидном организации. Спасибо всем, всем нашим известным ученым, поэтам, всем тем, вот, кто нашел время и пришел сюда. Чажу вам, Бор. Чи натурай, рава турай, чи гелери, чи кахудрай, чи звирдас баркалла, чи звиридас чухсаул, чи чанар сахурай, чи колера хемише берекат хурай, чи вилера ик хурай, чи хемише давустардис атала, и на рюхкачуна, и на крар джирна, и на кам вихида саягар джирна физадия, уши злата, час Чазни, чузни, Азербайджан давай, Дагустан давай, лизгиризни, вичин география дин, ватанова через гириз, текса ватанова им же чалья. И чалья чонк алгур звады, и чалья чака сади звады, и чал хюнтурда чон халтуш, халка халк изады, милетка милет изады, адан чалья. Эгер инсан дис укта курт адан лир бир ужидам. И сам здесь архата хата, а давакам вижидиш. И тарат дуглта хата, а дакатар жидиш. Жидуглны, жиокны, жидамахны вири лизгичалия. Качу анзур и сарал дхунва, жичал кенгелера акатта, дэрижит вагах, но чо им садазны сиртуш. Халезу и ктабны зу халден, зихалден харая, талья, сузая, зихалден эверия. Чина, кэжи вирида хве сайхтен бурджава, чини чалхуй наказа. Чина чалхуй даже гелечек несила рахарвали лизги чалу. Чина хуй это бурда кохирвали чалу. За цю вахт пара хочу дейш. Уши злагата за инава инсанар жили лизги халден каймах. И вот санал акон зум патал де чехи сувария, им зоем юрдас лугус дежедаса зурба вакияя, има садран рекала латида, гельта даса гюрюши има. Уши злагада за хаймише, чипин сурак аркачуна зурба алимарава ина, за сада, садни сада вака худдаш, або чуди виричизва. Анча зум патал де дюзлагада им хи урганде, чехи баркалла денколаха, ки ин инсанар иган торванова инсанар. Я хюрметлю инсана и межлистис атанова. Чох савол. Аллах ты чуз умирар гурай. Аллах ты чуз виридас куваты гурай, ки чуны велике текнуа и мурадар кризапат акутайвал. Жуван дидеч Аллах кай хкут звай галат ар. Ихтин ксара гурла, рич эга пур ак урла, акатта зон капарай. Диде харай, чал харай. Акун рай асланштин. Крарлар күрштин, хунар дичир, кар дир, күрштин, күрштин. Гилерай фадавахтайса капаштин, хүрштин. Иштин брал дүшүш жез, амух айладик ишез. Атудачны вик арай, диде харай, чал харай. Гызав халк арты физва, чи тарих дин гелерай. Яд ани чал шак гизва, чавчиз чи чилерал. Иштен бур акуддан шар вилидин гапурдай. Ватан харай, чил харай, диде харай, чал харай. Синемун кывалгата, зарик инталаваз, сашуму дисар вилик, жуван буру чаркаде, хам лезги газетты ганва, заспара хошикана. Заханшир, чанда, чанда, загаита. Жуван бурус джар, зилизгияр, зи жуван бур. Кюре патан, келе патан, и патан бур, а патан бур. Сачилин, саватан дим бур. Кезлуху дайгаф авазаз, заланхан вакэх авазаз. Зимасан бур, зикани бур. Зихай бур, зикани бур.
Пыс-пыс, чевахаться вачун. Хак ятане, гатца вачун. Чун, чун луху звучит фат-фат. Какатного импад, апад. Чун сач алал рахазвайбур, чун сач илен бехер арьяз. Ни тоз ватачи арада чаравелен кай аяз. Я лизгияр. Я жуан бур. Чефер патан, эбле патан. Хи заум дэк эпадного чесад ватан. Эбле ватан. Чанда интерт из золоваз. Рекин тлен инталалаз. Чун сад садал халцева хич. Интердинай паджедарич. Чан лизгияр. Чан жуан бур. Чуре патан, келе патан. И патан бур, а патан бур. Сачилин, саватан дим бур. Чез лухудай гафар пара. Чез ахайдай дерт вэпия. Кайру пезучи патара. Вудну вачим зазмэпия. Чок салон чудмадный. Чувиридан чар захой не затай. Чуз хемише за Аллах диват Аллах за рюхти хакамвал. Чуз за рюхти жумартвал Аллах зава. Ткен рай, харса тюна, харса шека чужи завады. Чал пикер жаладя, чава тухтал фунни жаладя. Анде рюхта кашхила, ан кашса тюна наудзидал. Чу рюхта кашта курай, чу рюх ацанвас курай. Чу рюхта алды девлетли курай. Сагра чан жуады. Спасибо. Дорогие друзья, мы благодарим этот храм культуры, библиотеку, лично Баху Магомедовну и ее команду, наше Тахинаство. Мы благодарим за помощь, за поддержку проведения этого мероприятия. Спасибо вам всем. До встречи. Хромято дустар, а иналдычна, кэнинчи, вахтар, ваинсанар, торлайну баттинчи, передача гана кютясва, амчна, Алай куяғзуғни циқведлахайсан, қадлахайсан тиябрдес ина. Махачқала шеғерда Расул Хамзатован торуних кылай милли китапханада, веч Азербайджан дин ахалитир, машхур шайир, журналист, композитор, общественный деятель, чехалдин Баркаллуруш, лезги ханым Седакет Каимбековна Керимова дин, Чалакай баллада торалай ци ктаб дих клас танишхай мярекат из бахшна хазурнавайдя. Хелелик кюн вирисарай.